Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Краткий обзор мини-трактора Mitsubishi MT-156. Такой вот свеженький полноприводный тракторок Mitsubishi к нам приехал с фрезой в комплекте. По навеске здесь у нас двухточка с гидрорегулировками, то есть все достаточно удобно функционирует. Естественно, регулировка автозаглубления по крышке фрезы. Фреза 1,50 м. Достаточно широкая. Состояние ножей, думаю, видно. Здесь вообще, в принципе, весь трактор достаточно симпатично сохранился. Шины практически новые. На передних есть несколько растрескиваний, прям несколько мест. Но ничего страшного в этом нет абсолютно. По пульту регулировки навесного. Здесь же у нас, опять же, регулировка автозаглубления фрезы. Что интересно в этом тракторе, в нем есть реверс. То есть... Реверс у нас реализован через раздаточную коробку. То есть здесь у нас 4 положения. Соответственно, это реверсивное положение, когда все 4 передачи работают назад. И 2 положения вперед. Соответственно, пониженное и повышенное. Вал отбора мощности также здесь все удобно расположен. Блокировка заднего моста. Экран гидравлики. Все как обычно. По наработке 445 моточасов у нас здесь. Надеюсь, видно. Откроем капот. Все крепления, все сохранено. Естественно, по двигателю 3 цилиндра у нас здесь. Опять же, все максимально чистенько и в родном состоянии сохранилось. Поэтому такой вот приятный тракторочек Mitsubishi. Сейчас запустим. Дадим послушать, как он работает. По запуску все как обычно. Обязательно педаль сцепления. И, соответственно, свечи прогревает автоматически, как видим. То есть ничего делать не нужно. Запуск производится несложными манипуляциями. Так, запущен, все отлично. Даже при условии нажатия на газ до 2000 никакого выхлопа и тому подобного постороннего нет. Поэтому здесь все прекрасно. Сигнал сигналит, фары светят, поэтому приезжайте. Компания Прогресс Авто. Mitsubishi MT-156. Будем рады вас видеть. Всего доброго.